Всем привет, девочки. Только я говорила, что не знаю, когда смогу еще вам предложить какие-то украшения, но эти два комплекта я считаю своим долгом вам показать, вам предложить. Я наслышана, что по территории России все-таки комплектов с черными камнями не так много, не так они, возможно, популярны. Не знаю, но у нас они встречаются. Конечно, не так часто, как хотелось бы и моглось, но по крайней мере. Я имею в виду, чтобы цена устраивала, потому что в магазинах они, безусловно, есть, но цены ого-го кусачие. Девочки, два комплекта не смогла пройти мимо никоим образом. Один вот такой. Это ручная работа. Девочки, здесь вы не найдете вылизанные какие-то моменты, я вам сразу это скажу. Он сделан не кустарно, прям кустарно, но все равно это не фабричное изделие, и это видно. Это черный оникс. И вот такие фианиты, цирконы, в принципе. Обратите внимание, сегодня я маникюр свой, у меня идет с наклоном отблик. В общем, я играюсь как хочу, как могу. Вот, вот такой. Размер кольца где-то 18,5, девчонки. Сейчас я вам покажу с обратной стороны. Вот так он выглядит. Вот так. Вот так. Колечко тоже вот так вот с оборотной стороны. Видите, заметно, что сделано это все-таки вручную. Это ручной труд. Ну, я вам скажу, что ручной труд как бы тоже достаточно ценен, потому что штамповка это одно, а ручная работа это совершенно другая история. Ой, девочки, что я себе сегодня купила, я вам передать не могу. Это такая красота. Я потом в хвастах покажу, когда наберется. У нас такая жарище, духотища. В общем, вот такой классный комплект с черным ониксом. Я уже далеко класть не буду, потому что украшений всего два. И еще один комплект с черным ониксом. Он более... не более, он крупный. Очень красивый, очень. Сейчас, девочки. Вот, посмотрите, какая прелесть. Здесь он граненый. Вот такая красота. Посмотрите, какая разница. Но я вам скажу, этот смотрится тоже очень-очень достойно, очень хорошо. И вот такой. Сейчас застегну. Вот. На ушке сидит здорово, просто. Посмотрите, какой он крупнющий. Девочки, это тоже ручная работа. Это не... Я не думаю, что это что-то сделано на производстве. Но сделан достаточно аккуратно. Камень без подложки, сами видите. Вот такая красота. Такая гранка. Проба. Размер кольца здесь 19. Вот. Большой комплект, не мелкий. Вот так. Я думаю, что должны эти украшения произвести впечатление на меня, таки да, потому что я говорю, что не так часто попадаются, как хотелось бы. Ну, вот какая разница.
И не люблю, когда кольцо переворачивается на камень и серьги. Вот. Стоять, не двигаться. В общем, вот так. Себе я скажу, тоже кое-что купила. Я такая довольная, но я покажу потом. Потом. Все. А, как всегда. Ужас. Все, девочки, я желаю всем всего доброго. Берегите себя и своих близких. Всем пока.